Добрый день, меня зовут Мария Банахевич, я проживаю в Беларуси, я художник-любитель, я пишу картины, делаю украшения ручной работы, также я немного реставрирую мебель, могу расписать мебель. Рисовать я начала не так давно, я стала посещать студии изобразительного искусства, я посещаю выставки и участвую в выставках. Вашему вниманию хочу представить три свои работы. Две, написанные лично мной и придуманные мной, и одна, срисованная с фотографии. Спасибо за внимание, приятного вам просмотра. Вторая моя картина, которую я хочу представить вам, называется «Где моя яхта?». Размер картины 40 на 50. Картина написана маслом на холсте, написана с помощью мастихина, холст на подрамнике. Картина списана с фотографии. Это моя вторая масляная работа, которую я сделала. Писала я ее в студии. Сейчас я немножко детально покажу вам, как выглядит эта работа.